Так, короче. Богиня Нилима напроходились на стримах, потому что это невозможно вечно, не может продолжаться, потому что достаточно потратили времени, сколько, даже не знаю, сколько сейчас. Не помню, то ли 8 часов было, ну там, блядь, как было. Пьяный бред, не вводить, там первые 2 часа еще возможно, но и то я не уверен, но... Это после 4-й банк я точно попью. Не раньше. Так что даже не знаю. Считать ли мне это траем. Я не считаю это траем, че я вам больше там не разговаривал. Первые 2 часа еще обычно можно. Очень слабый. Можно считать как угодно. Да не в адеквате, как говорится, какой-то трайп, бред какой-то, все равно. Чисто теоретически можно. Что это же, вряд ли это не приснился, не на ухо. Это редкий случай, когда я вернулся, если что-то еще. Я даже не думаю, что я научился, например, после его. Она была, короче, на нормальном расстоянии, чтобы увернуться от нее. Но я увернулся все равно случайно. Так и не научился. У меня 70% не получается, 30% я уворачиваюсь. Обычно я попадаю под одну атаку точно. А у я вот и дурацкая. Опять упала, что ли? Что с тобой не так? Что с тобой не так-то, я не пойму? Что ты падаешь постоянно? Так, богиня говна, блять. Понял. Я не одну ничего не потратил, как я так даже не заметил. Очень быстро надо поставить, очень сложно. Нормально. Успеваю. Надо быстрее как-то прыгать и бить, иначе пипец. Ну да. Ну ты попадаешь, не могу. Блин, никто выпил, ёб твою мать, какая выпьяска, блядь, было очень неплохо ворота. Очень печально, если не хватит, наверное, ворот. Стал наконец. Блин, ты слышишь, что ли, сука, ты пошли быстро и его. Наконец-то достал! Где кровотечек, блин, как нужно?
место. Какое это было тупая хуйня. Повезло. Непонятный номер. Что ты говоришь? Твоя сила поистине поражает. Кстати, первый раз веб решил включить за 5 часов. Это признак настоящей повелительницы Гиперу на моленье. Воспоминания богини гнили. 480 тысяч. О. Дорогой Микелла. О, мой дорогой Микелла, брат мой. Мне так жаль. Я наконец встретила достойного соперника. Сейчас даже скажу, со скольки убил. Давайте вообще посмотрим, в принципе. Сколько нам получается. Сколько у меня там получилось, то по нашим архивным сраным данным. Так. Так вот, забег до молений. Сколько тут? Сколько у нас тут забег? Мне самое интересное просто. Так, это здесь я уже с ней дерусь. И здесь я уже с ней дерусь. И здесь я уже с ней дерусь. Везде это, господи, что, неужели мы так рано добежали? Так, ну вот примерно, да. Примерно это. 2 часа, да. 2 часа всего 6. Короче, здесь 4 часа я копошился, но это ладно. И здесь, типа, 9 часов, я так понимаю, мы ее били, но я ничего не помню, блядь. Я помню начало что-то смутно, но получается. А, нет, я тут в гвинт еще играл. Вообще, погодите. А гвинт уже или что? Так это уже гвинт. Так, нет, это еще не грин. Ну, короче, 7,5 примерно, 4-11,5 часов. Это на стриме. Ну и потом я уже перебор, сколько можно бить. Я так уже 10 часов били. Сегодня я начал. Во сколько? Сегодня я начал в 6:25 вечера ее бить. Сейчас час ночи нафиг. Короче, в 6:30 я примерно начал, да. 5,5 часов еще, плюс я хавал. Ну, короче, в районе 5 часов, даже меньше. Если считать, что я там перекачался миллиард раз, где-то 4,5 часа, и в общей сложности часов 15 у меня на нее ушло. Если так считать, что мы же не постоянно дрались, бегали там и все, имел примерно 15. Но, опять же, трая, где я бухой, и там... Остальные, там, сколько, 6 часов, я даже не знаю, есть ли смысл... Считать, потому что это как бы вообще никакой был, блядь. Ну, считать, то да. Но я был просто ноль. Я даже вот сейчас не могу вспомнить, о чем мы на стриме полтора разговаривали. Вообще ничего не помню. Просто пиздец. Оказалось, трезвый был. Вообще что-то базарили. Я даже начало не помню, о чем мы разговаривали. Какая каша, я там полистал, такое чучело сидит, блядь, глаза на соски соскрябываются, блин, это жесть, конечно. Просто жесть, поэтому, поскольку на стриме, ну, очень долго было, на стриме не могу сосредоточиться. Поэтому все-таки убил здесь. Ну и что я сделал? Перекачивался очень много, даже не знаю сколько, ну раз 10, наверное. Перекачивался, то есть в итоге у меня вышло вот что. Точнее, это еще с бафами. Ну где-то, по-моему, ну по 5 прибавляет, да? Руна, я не знаю, сколько руна дает, по 5, наверное. То есть получается, да, 45 жизни я вкачал, 30 интеллекта. Ну, сейчас объясню, почему 55
сколько получается? 54 стойкости, 77 силы. И все остальное я не вкачивал. Остальное само, что бафнулось, то бафнулось. Естественно, это очень помогла мне, короче, только вот эта вещь. Походу просто... Походу просто имба, это вот это вот. Поступь ищейки. Дарует невидимость во время уклонения, а также позволяет уклоняться быстрее дальше, чем при обычном отшаге. То есть, чисто жмешь, как в Ведьмаке, знаете, типа, жмешь. Главное вовремя нажать. Нажал вовремя, ушел. Ну, сторону тоже надо выбирать, но у вороты намного... Меня вот спасли именно у вороты, потому что это... Когда она прилипала, вот так мечом била, вообще невозможно было вернуться, вообще не знаю, куда прыгать. На отшаге супер просто. Просто на изичах. Ну как на изичах? 5 часов. Или сколько я там вам сказал? 6:30, да, сейчас час ночи. Ну да, получается. 5 часов, да. Ну 5 часов плюс я хавал еще минут 40. Короче, ну сейчас час 2, ну час 10 я закрою. Ну короче, 5 часов, да. Ну плюс всякие перекачки, короче, не знаю, там 4,5, 5. То есть, если я перекачивался, очень долго вкачивался и все такое, в итоге... Ну, у меня, я же с сохранениями делал, поэтому... Сколько в итоге? У меня было 11 пере... Ну, эти 4 перекачки я потратил в итоге. Ну, имеется в виду, что с сохранениями. Ну, что могу сказать? С уворотами все было нормально, кроме этого. Просто я тупо заучил ее, все движения и все. Но самая проблема АУЕ, блин, так и не разобрался я нормально с ней. Как справляться, идеально не получается все равно. Особенно если она близко начинает делать, не успеваешь убегать, и не очень понял, как толком уворачиваться. Плюс, кстати, да, я еще руны жрал вот эти вот. 6 штук я сожрал в итоге. Потратил. Не знаю, пока так побегаем, наверное. Мечи обычные, кроме двуручник, короче, и меч тролля. Вот что попалось, бум, первое, то и взял. Получается, это вкачал на этот, на... Ищейку кровотечения на уворот. А этот вкачал на... Блин, на отравляющий туман, но просто... Короче, тупо вкачал на отравляющий туман, чтобы тоже кровотечение было. То есть даже ничего думать не стал, просто видите, здесь кровотечение, и кровотечение с четвертого или... Ой, или с третьего удара роляет. Ну, короче, не так плохо. Дамаг, правда, не очень, конечно, мягко говоря, но у меня не вкачаны всего на шестерку, получается, оба. То есть, если их докачать, то, может, нормально будет. Пока что так побегаем, там посмотрим. Ну, рад, что я ее прошел. Насчет, насколько сложна, не знаю, если честно. То есть, я даже... Заучить, как бы, просто. Вторую стадию я долго не мог заучить, потому что она меня сразу убивала этой какой-то своей фигней вот этой вот. Какие-то фантомы там летят. Остальное все более-менее нормально. Потому что там чисто, там она побыстрее просто становится. Вот эти фантомы, я не мог понять, они что-то то сверху, то сбоку бьют, и она меня сразу практически убивала. И атака вот эта. Ну, атака это вот самый пипец атак. Хрен там, я даже уже как бы на отхил забил, потому что нормально. А, ну интеллект я, кстати, вкачал, понятно, да, почему? Потому что это... Поступь ищейки же работает от маны, то есть, вон, видите, мана отнимается, она как от маны, как навык оружия идет. Поэтому я побольше интеллекта вкачал, чтобы поступь работать. Но поступь имба однозначно. Даже реки крови не сравнятся, конечно. Не знаю, сколько бы я побеждал так, блин. Наверное, все равно бы победил в итоге. Но поступь, конечно, просто супер. Не насрать. Главное, с поступи, не с поступи, блин, это не запрещено. Главное, фантомов я для себя не... Для себя я задачу максимум выполнил, что фантомов я не использовал, духов я не использовал. Какие-то имба эти, не, у меня даже вон одежда нормальная не влезла, видите? Какие-то штаны напялил, что вообще это было? Штаны вельможи, блин. Штаны вельможи вон напялил, блин, и маску, чтоб силы, по-моему, прибавляло. Где она? Ну да, на две силы дает. 75-77, не знаю, хоть что-то хотел. Ну, да, а из этих что у меня? А, ну вот у меня еще, я пока дрался, мне отхил помогал, кстати. Он мне почти половину здоровья отхиливал нормально. Здесь я поставил, получается, усиливает атаки, снижающие выносливость при блоке. Не знаешь уж, насколько помогло. И усиливает атаки в прыжке. Ну, дамаг, слава, 1000 мало, конечно.
дамага, надо, чтобы был хотя бы на треть побольше, но, к сожалению, нечем было вкачать. Ладно, сорян, что так прошел, ну, босс, мне вот такие боссы, меня требуют концентрации, не могу на стрим проходить, мне надо прям расслабиться, блин, чтобы наушников не было, ничего не было, чтобы я смог это... Просто смог хоть это, хоть как-то, блин, сконцентрироваться, чтобы все молчали и все в этом духе. Потому что я не могу на стрим, постоянно на чат кашусь на автомате, блин. Постоянно какие-то мысли другие, не умею я так, не знаю. Я бы, конечно, когда-нибудь убил, но мне кажется, мы бы на стриме еще часов 20 опыта и убили. Что, ну, совершенно у меня концентрация на стриме просто равна нулю, блин. Так что вот так вот. Ладно, прошли и прошли, как говорится. Правда, сорян, что я не презентабельный, но мне некогда было побриться, я с похмелья болел. Ладно, всем пока.